Комментарий по матчу Филипп Александрович Соколинский. Филипп Александрович, ваше резюме по сегодняшней игре. Ну, обидное поражение сегодня, создали большое количество голевых моментов, не реализовали свои эпизоды. Вот, допустили две ошибки и нас наказали. Но такие поражения тоже надо пройти. Это хороший урок для нас всех, что в тренировочном процессе надо каждый свой эпизод доигрывать, что с метра, то с 2 метров пустые ворот надо забивать свои голы. Потому что иногда молодые ребята, так скажем, говорят, ну что здесь пустые ворота, что здесь забивать, и бывает дурака валяют. А каждый свой эпизод в тренировочном процессе мы должны еще больше дорабатывать, и опыт по голевых ситуациях, которые на тренировке у нас складываются, его надо реализовывать. Отсюда, я думаю, что и прибавление в мастерстве. Сегодня Борисов дебютировал в стартовом составе, и Максим Пичугин провел первый матч после возвращения. Оцените их игру. Да, у меня нет вообще упреков к кому-либо из футболистов. Все, кто сегодня был на поле, проделали хорошую работу, да, хорошо комбинировали, создавали моменты, было много выгодных ситуаций. Да, это же Дань Борисов, который первый раз в старте, он заслужил. До этого сыграл хорошо на КФК, забил свои 4 мяча. И в каждой игре он выглядел очень хорошо, и в тренировочном процессе в том числе. И не только он, еще есть ряд молодых ребят, которые себя проявляют хорошо, и конкуренция возрастает, поэтому уже со знамя труда будем уже думать. Хорошая головная боль, кто будет в стартовом составе. Удобно ли то, что матч против знамя труда будет не выходная, а среди недели? Ну, удобно или неудобно, это как не от нас зависит, здесь перенесли в связи с событиями. Вот, поэтому для них игра в четверг, ну, может быть, чуть лучше, потому что они сейчас пропускают тур, чуть больше времени там для отдыха, для подготовки к игре у нас будет чуть меньше, поэтому мы здесь не решаем. Спасибо.